столице 14 часов. Это новости на 24KZ. С вами Динара Саду. Добрый день. Президент принял акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова. Глава региона отчитался о социально-экономическом развитии. В области строят 13 молочных ферм, из которых 6 запустят до конца года. Всего в аграрном секторе намерены реализовать 27 проектов на 80 миллиардов тенге с созданием 1000 новых рабочих мест. Еще 6 тысяч мест появится, когда запустят 39 инвестпроектов почти на полтриллиона тенге. Аким рассказал также, что 200 сел обеспечат водой за счет новой инфраструктуры и построят 4 комфортные школы. Также главе государства проинформировал о прохождении отопительного периода. Отопительный период в Северо-Казахстанской области проходит в штатном режиме. Все объекты жизнеобеспечения отремонтированы и обеспечены топливом. В Атырауской области после комплексной реконструкции запустили магистральный водовод Астрахань-Мангышлак. Премьер-министр в режиме видеосвязи дал официальный старт работе объекта. Проект, как отметил Алихан Смаилов, станет источником дополнительных 60 тысяч кубометров воды для жителей предприятий сельского хозяйства Атырауской и Мангыстауской областей. Специалисты обновили изношенное оборудование, заменили 2 участка протяженностью почти 177 километров. Как итог, пропускная способность Астрахань-Мангышлак увеличилась до 170 тысяч кубометров в сутки. Глава Кабмина подчеркнул, что модернизировали водовод раньше намеченного срока. Депутаты Мажилиса предложили министрам выйти из теплых кабинетов и в эти морозные дни посетить главные теплоцентрали Казахстана. По словам Ерлана Саирова, каждый день пополняется список проблемных городов, где происходят аварии. С наступлением первых холодов коммунальная инфраструктура страны начала давать сбои. Парламентарий напомнил, многие ТЭЦ в республике построили больше полувека назад. Каждый год их обновляют лишь на 5-7%. Необходимо наращивать эти темпы во избежание ЧП, заявил депутат. Ответственные министры должны выйти из своих теплых кабинетов, сократить время собраний и в эти морозные дни пройтись по главным теплоцентралям. Необходимо провести анализ выделенных ранее средств. Каждый коррупционер в этой сфере должен быть строго наказан. В эти дни необходимо перевести работу оперативных штабов в регионах на круглосуточный режим. Акиматы и правительство должны подготовить карту рисков и создать план конкретных действий. Проблемы регулярных аварий на теплосетях связаны не только с высоким износом инфраструктуры, но и с тотальным дефицитом технических кадров. Об этом заявила депутат Мажилиса Юлия Кучинская. По ее словам, во многих городах просто некому провести технический аудит состояния сетей, а также составить детальный план по устранению неполадок. В нашей стране средний возраст инженеров, металлургов и других представителей технических специальностей около 50 лет. Бывает, что высококвалифицированные специалисты уезжают в соседние страны, где зарплаты выше, а возможностей больше. Мажилис Вумен предложила полностью пересмотреть систему профориентации в школах и повысить престиж технических специалистов. Яркий пример сложной ситуации – Аркалыкская ТЭЦ, которую не могли запустить на полную мощность в течение 2 лет после реконструкции, на которую мы потратили порядка 8 миллиардов тенге. Никто из специалистов так и не смог найти неисправность. Пришлось пригласить специалиста из другой страны, который всего лишь за один день разобрался, в чем проблема. Несмотря на остроту проблемы, правительство до сих пор не выработало системного видения по насыщению рынка труда техническими кадрами. На казахстанских ТЭЦ существует высокий риск возникновения нештатных ситуаций, говорят энергетики. Износ оборудования там составляет 60%. В Уральске, Степногорске, Таразе, Кентау этот показатель превышает 80%. Как сообщили сегодня на собрании Казахстанской электроэнергетической ассоциации, только в ремонт оборудования нужно ежегодно вкладывать по 110 миллиардов тенге. Между тем, с 2025 года казахстанские ТЭЦ и ГЭС должны начать внедрять новые зеленые технологии. Сами энергетики считают, что для модернизации системы нужны льготные кредиты и новые тарифы.
как мы дальше будем развиваться в текущих условиях, когда банки второго уровня ограничивают кредитование, финансирование угольной генерации. Это достаточно серьезный вызов. Вот, как нам реализовать экологическое мероприятие, потому что мы действительно мы поддерживаем данную инициативу, но нам необходимо понять, где мы возьмем такой объем достаточно серьезных инвестиций. В ассоциации предлагают дифференцировать тарифы в зависимости от доходов казахстанцев. Это заменит бюджетное субсидирование низких тарифов для населения. Их становится все сложнее сдерживать с учетом роста цен на уголь, газ, дистопливо и мазут. Участники собрания предложили определить единого госрегулятора для энергосектора, который сегодня курирует сразу 4 министерства. Мы проблему, как Министерство энергетики, конечно, понимаем, а отраслевой, как орган, за это моменты будем отрабатывать. В целом, проект закона, который сейчас есть в парламенте, может, не все вопросы решал. Я думаю, мы находим пути решения. По вопросу тарифов, в части, которые в компетенции Министерства энергетики, мы также максимально сейчас последний год работы ведем на сегодняшний день. Совместными усилиями мы какие-то обоснования нашли и увеличили в 2 раза тариф на рынок мощности. Жители Семеи жалуются на плохую работу общественного транспорта. С наступлением морозов количество автобусов на линиях резко сократилось, и горожанам приходится подолгу ждать свой маршрут. Причины задержек выясняла Ася Мутешева. В Семее установились крепкие морозы. Утром, когда столбик термометров опускается до минус 27 градусов, дождаться своего автобуса просто невозможно, жалуются горожане. Морозы начались, по полчаса ждешь автобус, это же вообще околеть можно. Очень плохо ездить автобусы. Вот стоим, мерзнем, ждем. Автобуса, печки не работает, не включает, нету никакой комфорта, условия. Там 26-й должен был уже подъезжать, но не знаю, сколько стою, телефон не хочу брать в руки. Но минут 15-20, может, уже щеки горят. Сейчас на линиях курсируют 206 единиц транспорта из 330 положенных. К вечеру ситуация усугубляется. Как пояснили в одном из 4 имеющихся в городе автопарков, причина автобусного коллапса в нехватке водителей. Для более-менее работы не хватает порядка 100 водителей. Потому что люди болеют. На данный момент вот 25 человек находятся на больничном. Люди уходят в отпуска, положенные по графику. В этот момент, соответственно, нужно этих водителей кем-то заменить. Молодежи, которая бы обучалась и получала категорию D, их очень мало. В Акимате же о проблеме знают и просят перевозчиков подключить все резервы и сократить интервал движения автобусов. Отделом направлено уведомление перевозчикам города о необходимости повышения регулярности движения. Перевозчиками города принимаются меры по увеличению регулярности маршрутов, также по привлечению водителей. Всего в Семее не хватает порядка 200 водителей категории D. Также автопаркам необходимы кондукторы, автослесари, кладовщики, электрики и механики. Соискателям обещают все социальные отчисления. Иногородним даже предоставляют жилье. Ася Мутешева, Медет Мирханов, 24KZ, Семей. Теперь о том, что происходит в мире. Столица Боснии и Герцеговины с прошлых выходных занимает первые места в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом. Эксперты видят причину в сжигании твердого топлива домохозяйствами и выхлопных газах от автомобилей. Несмотря на обещание властей сделать Сараево безуглеродным к 2035 году, кризис стоимости жизни вынуждает людей отапливать жилища более дешевым твердым топливом и ездить на старых машинах. По словам медиков, воздействие мелких твердых частиц на дыхательные органы представляет серьезный риск для здоровья, вызывая рост респираторных заболеваний, рака и преждевременной смерти. Наша дыхательная система имеет функцию выведения вредных веществ, но постоянное воздействие смога, продолжающееся годами, приводит к снижению защитных функций организма. Это очень часто случается у молодых людей, у детей и особенно у хронических больных.
В ООН призвали прекратить огонь в секторе Газа для осуществления гуманитарной помощи. Соответствующую резолюцию приняла Генассамблея. За проголосовали 153 государства, 10 высказались против, еще 23 воздержались. Документ также призывает освободить заложников и соблюдать международное право в отношении гражданского населения. С возобновлением боевых действий в организации заявили, что доставка продовольствия жителям анклава практически прекратилась. Ранее Вашингтон наложил вето на аналогичную резолюцию Совбеза ООН. Я использовал свое недавнее посещение форума в Дохе и любую другую платформу, которую мог, чтобы развить сотрудничество между государствами с одной единственной целью – добиться мира для всех. Во имя человечества я еще раз призываю немедленно остановить это насилие. Число голодающих в Западной и Центральной Африке в следующем году превысит 49 миллионов человек. Это на 4% выше по сравнению с нынешним периодом. Ухудшение ситуации связано с изменением климата, высокими ценами на продукты питания, а также конфликтами в регионе. Об этом говорится в докладе ООН. По данным организации, финансирование, которое требуется для решения проблемы, не соответствует темпам ее роста. Наиболее опасная ситуация складывается в регионе Сахель. Там стоимость продуктовой корзины в день на 110% превышает ежедневный минимальный заработок в регионе. Сегодня около 70% жителей Западной и Центральной Африки не могут питаться здоровой едой. А 8 из 10 детей в возрасте до 2 лет не употребляют даже минимальное количество продуктов, необходимых для нормального развития организма. Аргентина объявила о девальвации песо. Официальный обменный курс доллара будет повышен с 365 до 800 песо. Кроме того, в министерстве страны заявили о сокращении энергетических субсидий. Это означает, что потребители будут платить больше за электроэнергию и газ. Новые меры направлены на преодоление экономического кризиса. Так считает министр экономики Луис Капута. Однако эксперты опасаются, что такая политика приведет к росту инфляции и социальной напряженности в стране. Подорожают и импортные товары, в том числе автомобили, электроника и продукты питания. По прогнозам Международного валютного фонда, в новом году инфляция в Аргентине достигнет 60%. Другими словами, в течение нескольких месяцев наше положение будет хуже, чем раньше, особенно касательно инфляции. Как говорит наш президент, правда важнее лжи, даже если она неудобна. Это 24 КЗ в прямой эфир. Расширить экономическое сотрудничество и увеличить объем взаимного товарооборота. Об этом в Бухаресте договорились заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу с премьер-министром Румынии Марчелем Чолаку. В свой первый официальный визит Мурат Нуртлеу выразил уверенность, что переговоры открывают новый этап развития казахстанско-румынского взаимодействия. За последние 3 десятилетия страны достигли высокого уровня политического диалога и плодотворного экономического сотрудничества. Создана солидная законодательная база и эффективные двусторонние механизмы продвижения всеобъемлющей повестки дня, заявил глава казахстанского МИД. Марчело Чолаку подчеркнул, что Бухарест придает особое значение сотрудничеству с Казахстаном, стратегическим партнером ЕС, и предложил принять совместный план действий по координации в таких сферах, как энергетика, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация. Во время встречи с председателем Сената парламента Румынии Николая Чукой стороны высоко оценили динамику развития межпарламентского и политического диалога и договорились укреплять связи через активизацию деятельности групп дружбы. Фонд поддержки креативных индустрий появится в Казахстане. Он займется поиском талантов и будет содействовать экспорту их товаров и услуг. Большая часть финансов фонда – это внебюджетные средства, заявил сегодня вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов. На круглом столе, посвященном развитию креативных индустрий, также приняли участие члены международных организаций, дипломатического корпуса и эксперты. В нашей стране сегодня доля креативных индустрий ВВП составляет меньше 1%. В этой сфере занято больше 130 тысяч человек, действует 39 тысяч субъектов МСБ. По итогам заседания участники договорились уделить особое внимание развитию регионов, в частности области Абай, Улотау, Жетысу и Кызылординской области. Мы сейчас максимально к этому шагу приблизились.
Также сейчас механизмы этого фонда, работы этого фонда обсуждаются. Мы уже точно можем сказать, что фонд будет создан под эгидой министерства. Он будет, его учредителями будут выступать все подведомственные организации, которые связаны с вопросами, которые работают в вопросах медиа и культуры. Они перед вами на экране. Это и Казахфильм, это и Государственный театр оперы и балета Астана, Астана-балет, Астана-опера, ну и также наши медиа-ресурсы, это агентство Хабар, ТРК Казахстан. В прямом эфире вы смотрите новости. В Казахстане будут сокращать финансирование бесполезных видов спорта, которые годами не приносят стране медали. По словам главы профильного министерства, на сегодня из госбюджета субсидируют сразу 180 дисциплин. Однако стабильные результаты и награды есть только по 5-8 видам спорта. Ермек Маржикпаев отметил, что ведомство готовит законодательные поправки по пересмотру приоритетов финансирования. Наши соседи, Россия, у России 31 вид спорта, который они развивают. В Германии 15 видов спорта, у Нидерландов там 20 видов спорта. Вот по такому пути мы тоже пойдем. Вот это олимпийские виды спорта, летние, олимпийские виды спорта, зимние, паралимпийские виды спорта. Виды спорта, которые включены в азиатскую программу. Ну и плюс национальные виды спорта, о которых я сказал. Вот наши приоритеты в спорте. Мы четко распишем, по каким видам спорта будет урезано финансирование. То есть наши дети, наши преподаватели, чтобы могли вовремя сориентироваться. Легендарный мюзикл «Джулия» по мотивам песен группы «А-студио» продолжает восхищать столицу. Музыкальное шоу представили на сцене театра «Астана-балет». Это обновленное звучание всеми любимых хитов. Наш корреспондент Тамирис Белял не только посмотрела представление, но и побывала за кулисами, где побеседовала с солистами коллектива. Эти бессмертные хиты знакомы каждому. По мотивам знаменитых песен в жизнь воплотили масштабный мюзикл «Джулия». Как и героиня в словах композиции, уже сама постановка меняет свой адрес, чтобы выступить с гастролями в столице. Что скрывается за большой сценой? Не верится, что под светом софит эти с первого взгляда броские декорации превращаются в утонченные элементы тех самых бродвейских шоу. Только все события разворачиваются здесь, в Астане. Сейчас я поднимаюсь на самом деле не на балкон, а на точку, где будет проходить музыкальное сопровождение знаменитых песен группы «А-студио». Именно здесь, на высоте 5 метров, будет звучать музыка. Но здесь открывается идеальный вид на весь зал. Скоро этот зал заполнится десятками зрителей. Представление оставили в сжатые сроки. Провести премьеру в Астане алматинцы планировали не один месяц. Для постановки привезли все сценические костюмы, вплоть до автомобиля. Исполнять мюзикл не на родной сцене требует дополнительных усилий. Каждый показ. Звучание инструмента контролирует лично Байгали Серкибаев. Сюжет завязан на истории двух влюбленных. Горечь расставания, импульсивные поступки и глубокие раздумья – основа мюзикла. Выступить в нем мечтали многие. Расскажите немного о кастинге. Как проходил кастинг? Сколько людей участвовало? Ну, кастинг был очень интересный, как обычно. Веселые, разные так называемые персонажи участвовали. И было около 3000, больше 3000 заявок. Из этих 300 человек уже где-то около 50 человек мы выбрали, с которыми мы уже начали подготовку и отправили их в так называемый наш такой мини-колледж, потому что у нас очень, ну, пока что только в таком зачаточном состоянии сама индустрия шоу, мюзикла. Мы искали таких ребят, потому что, ну, я благодарен Василию Бархатову, который пошел мне навстречу и поверил в то, что можно быстрее поющих людей научить играть, чем играющих людей научить петь. Я по себе хожу, хожу. О, судьбы, как все, как все. На самом деле я до сих пор
до сих пор разбираю этот персонаж, каждый раз я нахожу какие-то новые черты ее характера. Она может быть очень дерзкая, где-то скандальная даже может быть, но в целом, я думаю, она очень добрая, любящая женщина. Когда вас утверждали на эту роль, вам давали какие-то определенные задачи, как вам нужно себя вести, как вам нужно выглядеть, помимо того, что, естественно, это требует, конечно, артистичности и актерских навыков? Я думаю, что внешний фактор, типаж очень подходит для этой героини, наверное, поэтому меня выбрали, что чем-то я подхожу. Конечно, с нами работали преподаватели актерского мастерства, которые объясняли, что нужно, было бы неплохо анализировать своего персонажа. Сегодня мюзикл собрал десятки тысяч постоянных зрителей не только в Казахстане, но и в других странах. Образ Джулии в постановке обернулся музыкой, способной пересечь океаны, разбудить чувства и, самое главное, объединить.